Мягкие игрушки IKEA. Обновленный обзор. Классный. Начинаем. Здравствуйте. Друзья, с вами про IKEA. Мы с вами в IKEA Адыгея. Ну, судя по наряду, понятно, да? Ноябрь месяц. А где понятно по наряду? Платье, голые там ноги. Не написано. А вдруг это летом? Нет, это ноябрь 2021 года. В общем, мы решили обновить обзор с игрушками, потому что их стало больше. Много интересных, необычных, на которые стоит обратить ваше внимание. Слон, две штуки. Лед Дьор. 999 рублей. Вроде бы как, ну, сейчас поудобнее. Нет, мы неправильно начали обзор. Переписывать мы, конечно, не будем. Тут никто не откроет, не вылетит. Что хочу сказать. Чем знаменательны, вообще примечательные икеевские мягкие игрушки? Они полностью безопасны, они не содержат никаких пластиковых, железных, металлических деталей. Они полностью из тканей, швы у них все выполнены вовнутрь безопасно, и еще они из вышивки. Что ты там смотришь? Я хочу посмотреть. Во Вьетнаме слон да. сделал. А хотите посмотреть, как они изготавливаются? А где ты найдешь? Вот смотрите, фотка. Вот это да, вот это ничего себе. А теперь возвращаемся к началу. Слон 999 рублей. Лед Дьор. Две штуки. Слоних и маленький слоненок. Вот о чем я говорила. Все элементы состоят либо из ткани, либо из вышивки. Очень бархатистая ткань. Слоник как настоящий. Даже глазки. Дальше едем. Пантера 54 сантиметра. Модерлик 999 рублей. Есть еще такая маленькая 699 рублей. Тоже полное 100% попадание. Черная киса. Вот, в принципе, как база. Выглядело вживую. Дьюн гель скок. Мягкая игрушка тигр. Индонезия. Не все игрушки во Вьетнаме. Но смысл производства не меняется. Мягкая шкурка, прям такой бархатистый котик. Глаза смотри, какие красивые. Пузо. Вот этот мягкий шар. 32 сантиметра диаметром, стоит 1000 рублей, кэп хест. Мне кажется, в каких инстаграмах он только не засветился, и что с ним только не делают. Вот здесь не вижу, но из него очень часто делают воздушный шар. Подвешивают, Дим, можешь повыше поднять, вот к такой корзине, и получается вот такое вот красивое сочетание. А так вообще полностью, опять же, да, про безопасность мы уже сказали, он, такое ощущение, что из трикотажа. Ну, из плотного. Как думаешь, для чего применить можно? Как подушку? Как играть? Как играть? Как кидать? Как кидать? Ну, тогда пошли дальше, раз как кидать. Орангутанг. У нас даже в Анапу с собой приехал такой орангутанг. Он очень классный. Он может обнимать тебя и руками, и ногами. 799 рублей. Дьюн гель скок. Кстати, девочке лет 9-12 спокойно можно дарить. Угу. Покажу. И она будет обнимашкой. С обнимашкой. Очень натурально выглядит. Угу. Так, дальше змея. 499 рублей, если я не ошибаюсь, стоит, да. Тоже та же серия Дьюн гель скок. И мало того, что это не просто змея, это еще и перчаточная кукла. Видно, куда руку положила? Угу. Смотри. Поближе покажешь, насколько красивая поверхность, прям имитация змеиной шкуры.
Это принт или вышито там? Нет, это сама ткань такая. И она полностью гладкая. А, вот как надо. Смотрите, вот здесь отверстие, вот рука, раз, вот большой палец. Можно разговаривать и создать новый канал «Змеюка подколодная». Я только хотел съязвить, муж меня обогнал. Ну и пошло. Так, дальше большой слон. 1299, разница в 300 рублей получается, но разница в размерах очень приличная. Это папа-слон? Да, это папа-слон. То есть можно создать даже слоновью семью. Большие мягкие уши, глаза такие же голубые? Угу. Да, также бивни и хвост с кисточкой. Так, дальше пойдем. Вот это медведь. Я очень удивлена, что дочь попросила у тебя именно этот подарок, потому что я знаю, что она страдает вот по такому медведю. Я про старшую ношу. 1499. Кстати, он подешевел, он был около 2000. Вот такой медведь. Ой, как настоящий. Выглядит еще. Мультик-мультик. Юрьевич, зачем ворчишь? Ну, пугаешься так ночью, да? Ну, да, ночью. Его, знаешь, почему подростки любят? На нем валяться можно. Микрофончик, не трогайте, пожалуйста. Знаешь, почему его подростки любят? На нем валяться можно. У него пузо, как большая подушка. Так, новинка. Экрокодайл. 999 рупий. 80 сантиметров, если брать вот прямо от носа и до разворота хвостика. Потому что если хвостик свернуть, он так сантиметров на 15 уменьшается. Выглядит очень реалистично. Зубы, прищуренные желтые глазки. Куда-то ползем. 999 рублей. Эттемет. Язык сломаешь. Короче, крокодил. Вот здесь полностью коллекция динозавров. Мы ее, в принципе, показывали. Она ничем от предыдущего обзора не изменилась. Мы, может быть, наверное, ссылку прикрепим, да? Обязательно. Да? Да. Что хочу отметить. Смотри, вот о чем ты всегда говоришь. Когда наглядная визуальная составляющая присутствует, насколько красиво смотрится коллекция. Вот они же здесь все стоят как надо, в реалистичности, как будто кто-то там из-за кустов вылазит, где-то кто-то вон даже на деревянных помосточках висит. То есть их хочется цапнуть. Вот когда это присутствует, вот где-то Кей мадет, а где-то совсем не хочет. А где-то не хочет мадеть. Так, здесь у нас динозавров, динозавров лезть не будем. А что нового появилось? Опять вернулись коалы. Они вообще выходили из ассортимента. У нас просто их Надя безумно любит. А, и коалы разделены дома так. Старшая у большой, большая у старшей, младшая, мелкая у маленькой. 1200 стоит. Со-таст коала. Они сшитые, кстати. Тоже реалистичный. Такой черненький скошенный носик. Мягкие белые ушки волосатые. Только, а вообще есть хвост у коалы? Пипок. На попке хвостик есть у коалы? Ну, маленький есть какой-нибудь, ну, сантиметровый. Нету. А знаешь, что мы не показали? Смотри. Ну, это одно из самых-самых старых. Когда IKEA ее открыли в России, оно уже было, да, в продаже. Как и маленькое, так и большое. Надо большое поискать где. Оно в начале отдела. Да. Подожди. Ну вот, Татьяна хочет изобразить гирлянду. Да, вот она есть, я не заметила. $149 маленькая мягкая игрушка сердца. А, так, куда? Туда-сюда? Ну хоть куда. Ну давай сюда, чтобы не пропустить. Это золотой Gold Retriever. Gossing Golden. Значит, 70 сантиметров. 999 рублей. Вот как? Это реалистичный размер собаки? Да, вполне.
Давай собаку заведем еще одну. Бери. А? Бери. Живую. Не, только такую. Не, чтобы не мукало, не какало. Не дышал. И не дышал. Так, смотри, у него есть напарник. 40 сантиметров. Мне кажется, мы Виталину Акиту вот такого примерно размера привезли домой, да? Поменьше чуть-чуть. Меньше. Оно у меня на багажнике, это торпеда автомобиля помешалась. В полочку, можно сказать, укладывалась. Ты что, вспомнил, как Витку вез? Да. 599 рублей 40 сантиметров. Смотрите, как это интересно смотрится в паре. Если ребенку очень нравится, то есть можно прям вот такую семейку ему подарить. И главное, секретик. Бархатистые мягкие ушки. Как у настоящих. Дальше. Перчаточная кукла сова. Очень популярна среди педагогов и среди собачников. Стоит 400 рублей. Теперь сейчас одену сначала, ладно? Дырка раз. Дырка 2. Ну давай изобрази кино. Па-па-па-па-па. Я думаю, стишок расскажешь. Ты? Не расскажу. Не хочу стишки рассказывать. Ну и знаменитая икеевская акула Блохей. Жалко, что вышли маленькие акулы. Хочу сказать новостину про эти акулы. Икея в апреле будет их выводить из ассортимента. А на них хайп прошел, уже их особо не покупают. А зря, уже много людей, именно, наверное, из Европы, они, наверное, этот хайп еще не прочувствовали, как мы в России, требуют акулу не убирать из ассортимента. Ну, сейчас эти акулы. А смысл, я не понимаю, но кто хочет, возьмите сейчас, купите, зачем? Она просто в будущем. На самом деле, Дим, этих акул где ни попадя, каких только сейчас нет. Уже подделок каких только нет. И каких только цветов нет тоже. И розовые, и пузатые, и длинные. Ну я не понимаю. У нас в России как бы по этому поводу молчат, а вот другие страны хотят, чтобы это все осталось в прежнем объеме и размере. Американский футбольный мяч. 299 рублей, тоже полностью безопасно. Это, наверное, куда больше пригодится для домашних маленьких обезьян, мальчиков. Да? Ну, если вы не хотите, чтобы у вас что-то сломано было в квартире из предмета мебели, покупайте вот этот мячик. Можно обойтись. Пусть долбятся. 300 рупий. Так, вот это вообще грудничковая история, но они лежат здесь. Это куколки на пальчинке. 400 рублей. Ой, я даже уже не вспомню, сколько лет они продаются, но точно мы, когда начали работать с Икеей, они уже были. Кукла Тита Дьюр, они менялись, но вот сейчас такой формат уже давно в продаже. Я пытаюсь, Дим, найти картинку, где бы вот... Надо в пленке отражает, тут тяжело так отобразить, я лучше покажу картинку. Ставишь? Ну хорошо, давай дальше. Так, здесь вообще какой-то хаос наваленный. Единственная игрушка с желтым ценником, 349 рублей, мягкая игрушка Панда. 349 рублей, тоже вышитые глазки, аккуратненько. Здесь единственное, что мех побюджетней, чем у других игрушек. Поэтому она как бы может держать ценовой сегмент минимальный. Ну, от этого милота не пропадает. Так, тигр. Кстати, это символ года в этом году. Мулна. Вот мы смотрели большого тигра за 1300, а это за 700 рублей тигренок, 27 сантиметров. Хвостик, пузико. Маленькие игрушки, более жесткие, стоят на ножках. Еще такой момент. Это часто, кстати, обращаются, что помогите, пожалуйста, ребенок потерял любимую игрушку. И больше они не продаются. Ребят, если у вас дитё влюбилось в какую-то игрушку и спит, и ест с ним, ну, сделайте его запас 2-3 штуки, положите дома. Ну, откуда они знают, что именно до этого дойдет? Что, потеряют? Ну, да. Ну, теряют же постоянно, у нас обе теряли. Это просто уже из опыта. Так, смотри, здесь у нас кто? Во-первых, малыши по 99 рублей. Сет Барн Слик. Они называются гиппопотам, лев, бегемот. Как вот их показать? В куче. Давай розового еще найду.
У этих игрушек хвосты длиннее, чем они. 9 сантиметров. Вот 300 рублей такая банда стоит. На троих, если сообразить. Ну да, целая банда. Западаю. Желтый, синий, розовый. Давай, давай, исправляйся, а то правда, всегда говорят, что мы что-то вандалим, ломаем. Разбери, сортируй. А ты будешь это снимать, да? Ну, нужны же доказательства, что мы хорошие. Ну, не могу, что мы все? Вот так. Вот. Дальше пошли. Мы смотрели маленькую пантеру, большую пантеру, да? А это маленькая, смотри, какая хорошая. Что тебе? Все равно химозы по парке вот, с игрушек. Не чувствуешь? Есть немножко, что-то откуда химозы попахивают. Может, от столовки? Понюхаем пантеру. Дай понюхаю. Не, нормально. Тут еще другое, тут, наверное, это. Фломастеры. Да. Вот. Вот это пахло химозы. Не знаю почему. Воском они пахнут. Химозы. Да? Вообще такой кисло-химический запах такой. Фу. Возможно, за счет упаковки затухли. 699 рублей 28 сантиметров. Как мы говорили вам на примере тигренка, у маленьких игрушек лапки жесткие, то есть их можно ставить. Получится, нет? Ну, маленькие поставишь, а большую... Да, большие нет, большие блюдом. Где лапы? Вандеринг Хэйр. Мягкая игрушка, 599 рублей. Заяц. Очень давно в ассортименте. И уж очень он реалистичный. Скажи, классный. Так, дальше. Котика надо на место. Можно я котика на место уберу? Панда уже за 999 рублей. Полноценная. Здесь помягче шерстка, чем у маленькой панды. И она прям полноценно сидит. То есть она никуда не падает. Все? Так, следующее. Где они у нас? Это Дюн Гельскок. Мягкая игрушка. Эту игрушку можно получить в подарок при покупке детского обеда за 200 рублей. Самый вообще такой популярный – это лев или тигр. Их чаще всего нет. А у нас в регионе наоборот. Есть все, кроме слонов. В Краснодаре есть маленькая панда и есть слоник. То есть для фанатов слоников можно собрать даже 4 слоника. Микрослоник, маленький слоник, мама-слоник, папа-слоник. И вот микрозоопарк. Микрозоопарк. Мячик с парком. Это уже классика Икеи. Их на самом деле двух видов. Мы сейчас дойдем до большого черно-белого. А это вот такой синий, маленький. Диаметр, к сожалению, не указан. Как ты думаешь, сколько он? Десяточку будет? Нет, диаметр 20. Даже побольше. Тут же больше, чем 10. В общем, вот такой мячик. О чем Дима сказал, если не хотите, чтобы окна дома разбитые были, да? Футболисты вот такие мячики покупать. Вот эта игрушка у нас тоже живет дома. В Анапу с нами не приехала. Алена хотела все игрушки забрать с собой. Брюн Бьерн. 399 рублей. Мягкий медведь. Смотри, какие лапки. Ушки. Нос. Большой мячик. Бол Токик. Желтый. В принципе, вот это уже прям полноценно. В это можно и попинать. А он, по-моему, волейбольный или нет? А, теннисный мяч. Угу. Хорош теннисный ракет. Вручную играть надо. Ладно, кидать не будем. Вандалить тоже. Так, это у нас хаски. Здесь они, кстати, очень хорошо представлены. Сибирская хаски, большая и маленькая. 999 рублей и 399 рублей. Давай сначала посмотрим маленькую. Вот маленькая, прям как щенок новорожденный.
Лапы в разные стороны. Уж туда же. Дим. Ты что-то не поворачиваешься. И большой хась. По размеру, как у нас примерно была полугодовалая Виталина. Да? Ну да, Виталина. Сейчас, что? А? Не хочет опускаться. И как, показывать вот так? Да. На Рекса с Тюмени похож? Дальше котик, который я относила. Вот у Алены была вот эта игрушка любимая в детстве. В Икее, по крайней мере, пока мы ее с собой возили. И мы теряли ее два раза. И котик, вот, кстати, сразу хотим отметить такой момент. Ну, не сразу же, в конце обзора. Очень многие клиенты: ой, игрушка неровная. Ребят, это нормально. Расправьте ее, погладить можно, отпарить. Все встанет на место. Они же, представьте, вот все лежат. Кучи, смятые. Вам никто их не будет начесывать и отпаривать, чтобы они взяли. Они в индивидуальной упаковке приходят. Да, они вот так кучей приходят, только в палеты упакованные. Так, пойдем обойдем. Нам еще осталось показать леопарда. Два мячика, мышь и сердце. Вот этот леопард. 1300. Что сразу хочу отметить. Очень гладкий. Красиво. Змею подколодную оставь. Желтая бархатистая пузика. Лапы. Мордлетка. Мячики Спарка, про которые говорили, 299 рублей, черно-белый и зеленый. Зеленый идет с разными вкраплениями, здесь черный, белый и желтый, а у белого только черный. Но если у вас дома поросеночек живет, тогда лучше взять зеленый, не так быстро будет пачкаться. Дальше, можно сказать, раритет, как за ними гонялись в год мыши, за этими крысами, дуриком. Очень. Они по цветам было больше разнообразия. Да, было. Сейчас они только и в таком цвете. Были маленькие, большие. Сейчас только такие бежевые, 23 сантиметра. Ну уж очень заразно натурально. Не люблю. Если Татьяна не любит, значит правда. Натуральная величина. Аж подпрыгивает. Так, сердечко. Вот это классика, о чем Дима говорил, что продается уже давным-давно. 399 рублей. Юрьевич, привет. Кстати, цена особо-то не меняется. Да. Почему? Она так и была. Ну, примерно так и была. Ну, и уже классика жанра. Фаблер Бьорн, мишка. За где-то год подорожал на 30 рублей. Но мне кажется, эта мишка был во многих страницах. Знаешь, что я скажу? Ну, это неофициально признанный символ Икеи. Да? Да. Потому что, как ты уже говорила, он во многих блогерах присутствовал. Да. Так, ну что, по мягким все? Пока да. Главное, не забудь прицепить ссылку на динозавриков. Друзья, я очень надеюсь, что вас порадовал такой милый домашний обзор. В преддверии Нового года он будет вполне актуален, когда вы не знаете, что выбрать, что подарить ребенку. Дима, ты выставку показывал, как красивые игрушки в... Прям приятно. Обезьяна как живая, что только не делает. Поэтому делитесь, пишите в комментариях, какие игрушки пользуются у вас популярностью, у ваших детей, какие понравились лично вам. И делаем стандартные, приятные для и нас полезные и для вас, для вещи. Нас вещи. Что делаем, расскажешь? Делитесь вашими впечатлениями и отзывами в комментариях. А еще ставьте лайк, желательно репост. А если кто поделится этим видео в социальных сетях, тому плюс один в карму. Мелочи приятно. Зато плюс один. Вот. Все, мы что хотели по игрушкам вам рассказали. Поэтому заходите, смотрите, пользуйтесь.